Всем добрый день. Меня видно или слышно? Кто-нибудь, пожалуйста, напишите в чат. Мы начинаем нашу прямую трансляцию на интернет-магазине, на YouTube-канале интернет-магазина «Серебряная птица». И сегодня разыгрываем прекрасную брошь, о которой говорили два видео назад, объявляли конкурс, от 25 ноября. Во-первых, мы, конечно, хотели бы поблагодарить зрителей за такое активное участие. Мы не ожидали, правда, что будет столько комментариев, нам очень приятно. И пока у нас еще присоединяются к нам участники, я немножко напомню о правилах, что нужно было сделать, чтобы получить нашу очаровательную брошь. Итак, все очень просто. Три простых условия. Подписка на наш канал, чтобы вы всегда были в курсе выхода новых видео и продолжали следить за нашими пополнениями наших коллекций, наших изделий замечательных. Лайк на видео, где был конкурс, просто для того, чтобы об этом видео узнало как можно больше людей и у всех была возможность побороться за такой прекрасный приз. И оставить поздравительный комментарий, чтобы приблизить ощущение Нового года. Я не знаю, как в вашем регионе, у нас вот снега нет еще, и поэтому для нас новогоднее настроение – это очень актуальная задача. Итак, ну что же, тогда все готовы, начинаем розыгрыш. Вот у нас здесь есть, собственно, демонстрация экрана. Копируем ссылку нашего видео и запускаем генератор, который определит, собственно, счастливчика, который получит заветный подарок. Всем удачи, но победит только один. Итак, что у нас в этом видео? 115 лайков, 59 комментариев на текущий момент. И, собственно, определяем победителя. Итак, поздравляем Ольга Анохина. Я надеюсь, что я правильно произнесла ваше имя и фамилию. Мы вас от всей души поздравляем. У вас прекрасный комментарий, нам очень приятно. Можно я его даже зачитаю для всех наших зрителей? Поздравляю всех с наступающим новым 2020 годом. Пусть станет Новый год счастливым и перемены к лучшему несет. Жить в радости, любви, достатке, мире, не знать печалей, хлопот и забот. Чтоб каждым днем жизнь лучше становилась, чтоб мечты исполнялись любые. Все, что задумано, наверняка свершилось, и каждый год таким будет отныне. Интернет-магазин «Серебряная птица» – мой самый любимый. Ольга, мы тоже вас очень любим. Наш покупатель, будущий или текущий, в любом случае, наши поздравления вам, брошь ваша. Смотрите, вам нужно написать нам в уведомление, напишите, пожалуйста. Я сейчас вам покажу вот здесь вот на экране, как это сделать. Вот наш канал, и здесь в обсуждениях, вот прямая трансляция, здесь в обсуждениях напишите, пожалуйста, нам, и дальше мы с вами определим, как вы получите ваш подарок. Остальных участников мы просим не расстраиваться, а оставаться с нами. На нашем канале обязательно будут проходить еще конкурсы, будут новые подарки, новые условия. И напишите, может быть, кстати, что бы вы хотели в следующем конкурсе видеть в качестве приза. Нам будет интересно почитать ваши варианты. Всем желаем хорошего дня, отличного предновогоднего настроения. Надеемся, что оно у вас уже есть. И до новых встреч на нашем канале, в новых видеообзорах и, конечно, на нашем сайте jumagazine.ru. Пока-пока!